Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советские шахматы 1957 года. Купил я их у своего подписчика. Цена адекватная на шахматы, поэтому почему бы и не взять. Победителю шахматного турнира 1957 года коллектива Кременчугского отделения Госбанка Якову Захаровичу, занявшему первое место. Доска, конечно, здесь такая вот уже пошарпанная, но тем не менее решил их купить. И сейчас мы посмотрим на фигуры. Здесь вот у коня пол морды нету, но все равно как бы купил их. Все-таки купил. Если у вас дома остались шахматы, вы хотите узнать цену или они, возможно, вам не нужны, вы делаете качественные фотографии и присылаете мне на Viber, на WhatsApp. Я абсолютно бесплатно только для своих подписчиков произвожу оценку шахмат, игральных карт до 98 года, обычные игральные карты. Я их также покупаю и оцениваю. Также еще шахматные часы меня интересуют. Я готов это все покупать. Вот такие вот по-своему интересные фигуры. Шахмат очень много различных моделей, выпусков. И 50-е, 60-е, 70-е годы были. Есть некоторые редкие, дорогие. Поэтому сделайте фотографии контрольный раз. Я вам подскажу, сколько стоят конкретно ваши шахматы. Возможно, они дорогие. И у вас появится шанс заработать денежку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!